Что ж, ключевая фраза здесь, конечно, «Все Писание Богодухновенно». И эта фраза представляет собой перевод трех греческих слов. И мы каждое это слово рассмотрим по отдельности. Вот как выглядит это предложение. Я здесь привожу транслитерацию. «Паса графе теанустас». Сейчас проверю, что я все правильно написал. Да, все верно. И мы каждое это слово рассмотрим по отдельности. И когда мы будем разбирать это слово, то мы возвратимся в предыдущую лекцию, где говорили о значении термина «богодухновенность». Итак, мы начнем с этого слова «паса». Это греческое слово, которое может быть переведено как «все» или «всякий». Итак, если вы переведете это слово как «все», то это будет означать, что Писание во всей своей целостности, все тексты, которые оно включает, все Писание целиком. Если же вы переведете это слово как «всякий», то вы уже не рассматриваете все Писание целиком. Но речь идет уже о том всяком Писании, которое богодухновенно. То есть некое Писание, которое существует отдельно от другого Писания. Что ж, существуют определенные споры между богословами, как вы можете предположить. Следует ли переводить слово «паса» как «все» или «всякое»? Что ж, лично я не нахожу эти споры достаточно содержательными, потому что при желании можно придумать аргумент в защиту любой из точек зрения. Но вот то, что лично я считаю важным, что в итоге все равно значение не меняется, как бы вы ни переводили слово «паса» — «все» или «всякое». Если вы переведете это слово как «все», то оно будет включать все Писание, не так ли? Если вы переведете это слово как «всякое», то вы будете рассматривать каждое Писание по отдельности. Но если характеристики Писания, которых пишет Павел, относятся ко всякому отдельному тексту и фрагменту Писания, то тогда опять же получается, что все Писание целиком обладает этими характеристиками, теми характеристиками, о которых пишет апостол Павел. И как мне кажется, это как раз тот случай, где знания грамматики или словари особо нам не помогут. И, к счастью, нет большой богословской разницы, как бы мы ни толковали это слово. Означает ли оно «все» или означает оно «всякое». И в том, и в другом случае это означает, что все, записанное в Писании, обладает теми характеристиками, о которых пишет апостол Павел. Теперь, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по этой теме? У меня вопрос не столько касается этого термина, сколько о том, что Павел упоминает Писание задолго до того, как был окончательно утвержден канон Священного Писания. Что же тогда Павел имеет в виду? Имеет ли в виду он Евангелие или что-то другое? Что ж, мы будем говорить об этом, когда будем разбирать слово «графа». Но чтобы не оставить вас совсем без ответа, я полагаю, что совершенно очевидно, что Павел имеет в виду Ветхий Завет. К тому моменту канон Ветхого Завета был окончательно утвержден. Многие книги Нового Завета были уже написаны, но неизвестно, насколько они были к тому моменту распространены. Поэтому, по всей видимости, он имеет в виду Ветхий Завет, когда говорит о Писании. Но можно задать другой вопрос. То, что говорит Павел, относится ли к Новому
Завету. И я считаю, что относится, и мы об этом еще с вами поговорим. Я считаю, что нужно еще пару слов сказать о стихе, который предшествует тому стиху, который мы с вами разбираем. Давайте мы его с вами прочитаем. В 14 стихе апостол Павел ободряет Тимофея, чтобы Тимофей противостоял всему тому злу, который будет наседать на церковь. И дальше он пишет: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, знай, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Толкователи спорят о том, кого же апостол Павел имеет в виду, когда говорит «знай, кем ты научен». Говорит ли он о самом себе? Говорит ли он о другом апостоле? Говорит ли он о благочестивых родственниках Тимофея? И помните о том, что в то время, когда Тимофей рос, единственным писанием был Ветхий Завет. Так что здесь толкователи спорят и не соглашаются между собой, имеется ли в виду Павел или мама и бабушка Тимофея. Но я думаю, самое главное в том, что его благочестивая семья оказала на него влияние. Но я не думаю, что Павел не имел в виду того, чему Тимофей научился от него самого. Хотя можно с точностью сказать, что в первой части стиха, когда Павел пишет, что Тимофей с детства был научен, понятно, что это не Павлом научен. Это уже намек на его маму и на бабушку. Поэтому можно сказать о том, что благочестивые примеры, которые были перед Тимофеем, это его мама и бабушка, а также Павел, и, быть может, другие апостолы. Но обратите еще раз внимание на то, что Павел пишет в 15 стихе. «При том же ты из детства знаешь Священные Писания». Позвольте мне здесь привести транслитерацию этого стиха. По-гречески это так. «Хиэйра» — «грамота». Буквально это означает «священные писания». Вот это словосочетание встречается в 15 стихе. И как отмечают толкователи, 15 стих — это единственное место во всей Библии, где встречается такое словосочетание. Но несмотря на то, что это единственное место во всей Библии, где можно найти такую фразу, точно такое же словосочетание упоминается в трудах Филона, Иосифа Флавия, двух великих иудейских авторов. И в их трудах это словосочетание скорее означает технический термин, обозначающий признанный канон иудейских священных книг, содержащих иудейский закон. И когда апостол Павел пишет это словосочетание здесь, в 15 стихе, то совершенно очевидно, что он имеет в виду Писание. Несомненно, Павел был знаком с трудами и Филона, и Иосифа Флавия, и он знал бы, что эта фраза, это словосочетание означает Ветхий Завет. Ведь это уже был сложившийся термин, обозначавший Ветхий Завет. Именно это имелось в виду. Итак, апостол Павел в 14 и 15 стихах говорит Тимофею о том, что перед ним есть благочестивый пример, а также у него есть священное Писание. И затем далее, в 16 стихе, апостол Павел говорит о природе Писания. И то, что он говорит о Писании, относится ко всему Писанию. Паса. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования.
От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, класс, давайте продолжим наше изучение второго послания к Тимофею, 3 глава, стихи с 16 по 17. До перерыва мы разбирали слово «паса». Теперь бы я хотел обратить ваше внимание на слово «графа». Это существительное, греческий глагол «графо». И «графо» означает «писать». Поэтому слово «графе» буквально означает «написанное». Но что же написанное? Какое же писание апостол Павел имеет в виду? И вот здесь изучение слов, обращение к симфонии может нам помочь. Потому что мы видим, что это же самое слово «графе», и оно стоит здесь в единственном числе, иногда оно встречается во множественном. Но вот в Новом Завете это слово встречается около 50 раз. И всякий раз, когда оно употребляется в Новом Завете, оно переводится как «писание» или «писания». Так что достаточно ясно, что подлежащее в 16 стихе — это все Писание. Что ж, когда Павел писал этот стих, особенно в свете предыдущего стиха, где он написал словосочетание «хиерограмата» — «священное Писание», он вполне определенно имел в виду Ветхий Завет. Но это не совсем обязательно подразумевает, что он исключал из этого книги Нового Завета, которые уже были написаны к тому моменту, особенно его книги, которые были написаны им до этого. Поэтому прежде чем мы перейдем к следующему стиху, я хотел бы вернуться к вопросу, а применимо ли все написанное Павлом к Новому Завету. И я постараюсь вам объяснить, почему я считаю, что может быть применимо и должно быть применимо. Если вы могли задать Павлу вопрос, как ты думаешь, Павел, относится ли 2 Тимофею 3:16 только к Ветхому Завету, или это также относится к Новому Завету? Я совершенно уверен, что он ответил бы, что применимо к обоим заветам. Но мы еще вернемся к этому, прежде чем перейти к следующему стиху. Я объясню, почему я так думаю. Что ж, следующее слово, которое мы рассмотрим, это «теанустос». И 2 Тимофею 3:16 — это единственное место во всей Библии, где используется это слово. Это очень интересное слово. Это прилагательное. И об этом можно судить по окончанию. Вот эти три буквы «тос» говорят о том, что перед нами имя прилагательное. Но первая часть этого слова состоит из двух слов. Во-первых, это слово «теос», которое означает «Бог», и слово «нео», которое означает «дышать». Поэтому буквально это слово означает «Бог дышит», и затем как-то это все надо обратить в прилагательное. Что ж, какое у нас получится прилагательное? И так как часть слова — это глагол, глагол, который написан у нас здесь, это «пнео», и мы с вами знаем, что глагол может стоять либо в действительном залоге, либо в страдательном залоге. Есть разница в том, чтобы сказать «я делал что-то» — это действительный залог. И сказать «что-то было сделано со мной» — это страдательный залог. Но все-таки главный вопрос, который нам следует задать, и на который нам следует найти ответ, вот в чем. Следует ли понимать это прилагательное, которое состоит из существительного и глагола,
Следует ли понимать это прилагательное в действительном залоге или в страдательном залоге? И вы, быть может, думаете сейчас про себя, ну, каким бы ни был ответ, пускай этим вопросом занимаются лингвисты, знающие греческий язык. А для меня это совсем не так важно. Я бы осмелился предположить, что это крайне важно. Стоит ли это слово в действительном или страдательном залоге? И вот сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами возвратились к тому моменту нашей лекции, когда говорили об определениях, о термине «богодухновенность». И я сейчас вернусь в своей презентации, чтобы высветить нужный слайд. И я хотел бы показать вам разницу, что меняется, если слово используется в действительном залоге или в страдательном. И вот как вы здесь можете прочитать на этом слайде, в подпункте «А», это слово происходит от латинского «вдыхать», и здесь действительный залог. И как я здесь написал, что, к сожалению, это ведет к неверному пониманию. Потому что нам нужно постараться понять, какой используется залог, действительный или страдательный. Что ж, давайте с вами посмотрим, какие у нас есть варианты. Означает ли слово «теонюстос», что Бог вдыхает что-то во что-то? Если мы понимаем греческое слово «теонюстос» так же, как мы понимаем наше слово «вдохновлять», и залог здесь подразумевается действительный, то тогда вот о чем идет речь. Бог вдыхает что-то, что уже существует. Что ж, позвольте мне для каждого из вариантов нарисовать такую картину. Вот давайте рассмотрим пункт «Б», который высвечен здесь на слайде нашей презентации. Из приведенного здесь следует. Библия существует как книга, а вот здесь у нас Бог, и Бог вдыхает в Библию. И в результате этого действия, того, что Он вдыхает в Библию, может быть, она оживает, кто знает, что происходит в этот момент. Это один из способов, как можно понимать значение слова «теонустос». И если следовать этому пути, то мы понимаем, что здесь не идет речь о сотворении Библии. Предполагается, что Библия уже существовала, и потом Бог делает нечто с ней или благодаря ей. Что ж, вот есть еще один вариант. Быть может, имеется в виду то, что через Библию Бог дышит. Позвольте нарисовать вам другую картину. Если следовать такому пониманию, то, опять же, Библия уже существует, и ничего не говорится о том, как она возникла. Библия существует, и когда вы соприкасаетесь с ней, вы обнаруживаете, что через нее дышит Бог. И здесь можно написать «Бог дышит». Вы можете сказать, ну, все это как-то очень странно, но задумайтесь, разве не бывает такого, когда вы открываете Библию, начинаете читать, и вдруг неожиданно натыкаетесь на стих, и вдруг неожиданно он поражает вас, открываясь по-особенному. Бог обращается к вам через этот стих, и вы никогда раньше этого не замечали. Но сегодня он открывается вам с особым смыслом. Что ж, это пример того, о чем мы здесь говорим, что здесь нарисовано. Библия уже существует, вы с ней соприкасаетесь, и через нее Бог дышит к вам. Вы соприкасаетесь с Богом через нее. Но, как я здесь говорю, это неверное понимание. Не это означает слово «теонустос».
И скоро я объясню вам, почему. И вот вы можете прочитать это здесь на слайде. Все упомянутое до этого, то, что Библия существует, и Бог вдыхает в нее, или что Библия существует, и она выдыхает Бога, в обоих случаях это слово понимается в действительном залоге. Вот вы видите, что прилагательное меняет существительные графы. Во все Писание Бог вдохнул, или все Писание выдыхает Бога. Вот так можно было перевести это предложение, если прилагательное в действительном залоге. Но проблема вот в чем. Вот это конкретное окончание указывает на то, что это прилагательное стоит в страдательном залоге. Что же это значит? Это означает следующее, и я вам вскоре нарисую соответствующую картинку. Это означает, что Библия — это продукт Божьего вдохновения. Другими словами, ничего не существовало, и речь идет о Библии, до тех пор, пока Бог не выдохнул, и как следствие не появилась Библия. Что ж, именно к такому пониманию мы приходим, если рассматриваем слово в страдательном залоге. Библии не существовало ни в какой форме, но Бог существовал. Бог говорит, Он выдыхает, и как следствие появляется эта книга. Библия. Вся Библия и каждая ее часть. И Павел пишет, что Библия, вся Библия, или, если хотите, всякая ее часть, в зависимости, как вы переводите слово «паса», каждый отдельный фрагмент Писания является следствием того, что Бог проговорил. Это следствие Божьего дыхания. И наше слово, которое мы используем, это «богодухновенность». Но это слово «богодухновенность» подразумевает больше действительный залог, что Бог вдыхает что-то в то, что уже существует. Но греческое слово не несет в себе идеи, что Бог вдыхает во что-то, что уже существует. Здесь идея, что Бог проговорил, и в результате, как следствие этого действия, появилась Библия. Что ж, как вы видите здесь на слайде, который высвечен у вас на экране, понятие «вдохновение» связано не столько с авторами Писания, хотя нет ничего неправильного, если мы говорим о вдохновленных авторах. Но более конкретно этот термин связан с самим Писанием. Само Писание богодухновенно. То есть само Писание — это продукт Божьего выдыхания. Это то, что появилось, когда Бог выдохнул, когда Он проговорил. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.